комплекс качеств, которые ориентированы Здравствуйте, на порядок, друзья. На четкость, на, опять же, вы видите экран, с которого Светлана смотрит вебинар Михаила Бородянского про вектора и иммиграцию. Это дома у нас происходит. Прекрасный семенин, и, конечно, ему нужны какие-то перемены. Сегодня начался семинар, там 30 человек присутствует. И вот спрашивают иногда, как там у вас с новыми шапками. Вот у нас новая шапка. Так вот. Засветился, короче. И напоследок, из новостей сегодняшнего утра, вот у нас появились цветочки на сакуре. Цветочки и листочки. Вот еще не все распустилось, но вот чего есть, показываю. А вот это вторая сакура. Но вот на ней только почечки пока, видите? Почечки, почечки, почечки. И вот даже цветочки какие-то возле дома распустились, не знаю, как называются. И все, ухожу на работу. И так делаю такую общую перспективу. Потихонечку зеленюшечки наши начинают распускаться. В общем, так, вроде все неплохо. Все, в путь.